Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как мы погуляли в парке Учкуевка. Просто неописуемые впечатления. Подобных парков у нас в Крыму еще не было. И надеюсь, таких парков будет становиться все больше и больше. Спасибо, конечно, москвичам, что они создали такой замечательный, уютный парк. И на этом, как говорят, не остановятся. Будет еще очень красиво в Учкуевке набережная. А ведь Учкуевка – это самое любимое место отдыха севастопольцев и приезжих, потому что это замечательные чистые пляжи. Сам по себе парк очень большой. Представьте, 24,5 гектара. Это просто огромная территория, которая на данный момент вся освещена, имеет различные дорожки. Есть велосипедные, есть просто для прогулок, причем с разными покрытиями. Здесь огромный развлекательный парк под открытым небом. Здесь множество сохраненных деревьев, здесь высажены новые растения. Это действительно будет зеленая красивая зона. Здесь же даже есть площадка для дрессировки собак, красивый летний театр и очень много других интересных зон. Есть здесь также памп-трек, специальная закольцованная велосипедная трасса с перекатами и поворотами. Ни в Севастополе, ни в Крыму больше нет подобного. Только для детей здесь открыто 15 площадок, из них карусели, горки, качельки, даже веревочный парк, который просто пленил моего ребенка. Во время быстрой такой вечерней прогулки просто эмоции зашкаливали. Дитя у меня сначала не хотело идти гулять, но после того, как увидела, какие здесь площадки, сами сейчас посмотрите, как он реагировал на них и... Еще какое одна мнение детская по этому локация поводу сложилось у него? В парке. Какие-то тут лазанки. Вот такие вот. Ух ты. Ба, я залез. Ага, даже скатываться можно. Видишь, вот на этих двух ручках. А вот на этих двух ручках цепляешься и скатываешься вниз. Боишься? Ну, тут, наверное, можно, держась наверх, забираться вот за эти штуки. Ну да, здесь можно браться так. Такая лазанка тоже. Возле каждой детской площадки есть лавочки для родителей. Дань. Там еще какая-то штука есть. Мечта любого ребенка, такая тарзанка. Преодолеваем препятствия. Это очень тяжело. Получается? Молодец. Вот такая еще штука есть. Лесенка. И тут еще что-то есть. Вот там вот тарзанки катаются, это вообще, ух! Для детей, конечно, такой аттракцион, это супер. Ну тут еще есть что, ух ты! Тут тоже классно, Данил, давай я тут! Ух ты! А вот с тарзанки поехали. Опа! Смотри, опа! Ау! Тут что, сложнее? Тут еще одна такая. А там еще дальше что-то есть. Данил, да тут еще что-то. Блин, как классно. Ну, не было у нас подобных парков в Крыму вообще раньше. Это первый такой вот,
которые я посещаю. Это просто супер. Данил вообще не хотел идти. Ну, парк. Ну, открыли, да и открыли, да, Данил? А сейчас не вытянешь тебя отсюда. Понравилось? Ага. Уже не хочет в машину идти. Там было просто холодно. А сейчас уже согрелся, да? Ага. Ну, конечно, согреешься тут. Что, дальше пойдем? Там еще одна площадка есть. Пойдем посмотрим, что там за площадка. Блин, ну, это класс. Это просто класс, ребята. О, мама, смотри, там еще что-то есть. Еще что-то есть? Сейчас пойдем посмотрим. А тут что делать? Мама, а ух ты, понять? Я не знаю, что тут делать, Данил. Тут что-то такое интересное. Еще одна. Тоже что-то такое интересное. Ух ты! А там еще. А вот там вот что-то еще есть. Thank you.
общем, очень красивая, очень светлая, очень я такая по-настоящему классная Учкуевка. Это не парк, это просто какой-то рай. Смотрите, ночью, а как светло. Ёлка, там и ёлка установлена. В общем, настолько тут позитивно, настолько люди гуляют даже в темное время теперь. Освещение очень хорошее. И ребенку очень понравилось. А вот так вот все выглядело раньше. Нам выведет. Сейчас покажем. В мае зато приедем, да? И будем тут гулять. Сейчас елочку посмотрим еще. Смотрите, елочка как светится. Ага. Как хорошо, светофор как раз тут. Вот такая вот площадь красивая.